Столица Югры третий день подряд удерживает лидерство по числу новых заболевших коронавирусом. В Ханты-Мансийске тесты 20 жителей дали положительные результаты. В Сургуте COVID-19 подтвержден у 15 человек. В соседнем с нами районе все исследования оказались отрицательными. По данным на утро четверга, под наблюдение врачей инфекционных отделений больниц региона добавились 76 пациентов. За сутки излечились 90 человек. С начала пандемии таких уже 20 107. К этому моменту в автономии продолжают восстанавливаться после болезни 621 югорчанин.